Приветствую вас. Во-первых, надо сказать, что идеальным решением было бы, если бы вы оба обратились за консультацией к, психологу, да, прямо оба вместе поговорили бы о своих трудностях. Вот, обсудили бы, кто что хочет друг от друга и прочее. Глобально ситуация выглядит примерно следующим образом. Что вы начали встречаться с мужчиной, когда... У вас были еще чувства к бывшему парню, вот, и решили, что, ограничится все только постелью, вот, что ограничится все только интимом, вот. Ну а после... несмотря на то, что в постели все было шикарно, после, значит, вы начали ссориться. И не совсем понятно, из-за чего вы начали ссориться, по какой причине вы начали ссориться, что послужило причиной для конфликта. Вот. Этот момент нужно разобрать. Далее вы решаете разъехаться, разойтись не получилось, он вернул. Вот здесь, вот, смотрите. В первом случае, когда вы ссоритесь, вы не совсем отдаете себе отчет в том, почему вы ссоритесь, да, то есть из-за чего, какие причины ссоры, причины конфликта. Во втором случае вы перекладываете ответственность за реанимацию своих отношений на молодого человека. То есть вы говорите, не получилось, он вернул. Вот. И дальше то, что вы описываете, это по большому счету привязанность. То есть это потребно. Вот вы нуждаетесь в мужчине. И как бы здесь на потребность накладывается то, что вы ревнуете, то, что вы, очевидно, чего-то боитесь, да, то, что вы, может быть, не уверены в себе. Может быть, вы боитесь, что человек бросит вас, ну и так далее. То есть такие достаточно серьезные вещи, вы говорите. Пишите. То есть вот вы пишете, что, значит, мне нравилось, теперь есть человек рядом. Ну, если вам нравилось, то теперь есть человек рядом, то получается, что для чего-то вам этот человек нужен. Ну, собственно, один из ключевых моментов, почему вам необходим человек, на которого вы можете положиться. Почему вам необходим человек, на которого, чтобы находился рядом с вами. То есть это все такой достаточно важный момент. Дальше. Значит, незадолго так стали жить вместе, но ссоры никуда не исчезли. Но опять, да, причина ссор нужно исследовать. Я предлагаю вам изучить в интернете психологическую игру «Скандал» для начала.
Задолго до этого нашла папку с фотографиями моего бывшего, который до сих пор не уходит из клавы. Здесь вас задел, получается, вас задел то, что вот есть фотографии. Чем задело, тоже нужно выяснить, потому что, ну, очевидно, что здесь сравнивание себя с, человеком. Да, то есть вы сравниваете себя с ней, ну, с другой девушкой. Вот, и возможно есть какие-то еще моменты, о которых вы не говорите, но совершенно очевидно, что сравнивать себя с другими людьми. Вот. Ага, значит, сравнивание себя с другими людьми, ну, имеет природу определенную, да? То есть это неуверенность, непринятие себя, ориентир на окружающих, вот, ну и некую установку, да? Которая вот включён, делает именно других людей. А дальше, значит, было очень много ссор и истерик. Ну, чьих, из-за чего, непонятно. Это ощущение, что просто боитесь близости. Вот. Дальше. Значит, спустя полгода я заговорила о родителях, пока я ездила домой к родителям, за это время начал сидеть в Тиндере, общаться с бывшей. Подписался на все ее фото, спустя 2 месяца мы разъехались. Не знаю, с моей стороны было очень много глупых папцев поступков, неправильных слов, паранойя, не сравнится ничего. Не очень понятно, для чего вы говорите о его паранойи. Ну вообще, зачем вы говорите о его паранойи, да? Не очень понятно. Как бы речь идет о вас, вы говорите о нем, вот. Мы разъехались, прекратить общение получилось. Так, общий круг друзей, ко мне в новый мест, в другую комнату взял его друг, как бы наш общий, но больше его. Даже если я блокировал везде, он либо писал им e-mail, или спокойно приходил, наверное, домой, велел предложение с вами, я не к тебе. Но здесь опять же вы как бы прикладываете ответственность на него за то, что чувствуете сами, ну или чувствовали. Родители прошло много времени, мы сходились, спали, проводили время вместе, ездили на отдых тоже вместе. Ну, здесь вот вы описываете классическую историю созависимых отношений. То есть вам вот созависимые отношения, тему созависимости можно поисследовать. Измены вроде не было, а какие измены, если вы то сходили, то расходились, о каких изменах вы говорите, Диана? Измены вроде не было, хотя я не могу знать, а вот тут уже есть определенный такой комплекс своего рода, страх измены. Потому что были ситуации, где это вопрос, заранее знаю ответ, он брал глаза, почти не краснее, а это вопрос доверия получается здесь. Так, то есть у вас есть проблемы с доверием, с чем они связаны. Так, мы это обсудили, постоянно ожидание вранья не покидает меня. Ну, это вопрос недоверия, к сожалению, Диана, поэтому тут нужно смотреть. Так, тут у меня пропало, на прошлой неделе, наверное, первый раз за все время, когда мы в течение недели не ругались, были счастливы, тут у меня пропало сексуальное желание. Я думаю, что, ну, нужно, конечно, исследовать, вот, но как бы именно в скандалах, в ссорах вы не чувствовали себя более привычно и защищенным. На данный момент я не поняла, что случилось, а потом вылезли наружу новые ситуации, которые вывели меня от себя, я снова везде удалила. Ну, вам бы с эмоциями поработать. Может, я слишком много требую, но в некоторых ситуациях просто не понимаю, как такой насчитанный, оправданный человек может так тупить. Ну,
А почему вы решили, что он именно тупит? Мы оба стали ругаться, стали ссориться. Ну вы, вам про себя надо поговорить, не про него. Но вы топ 11, очень сложно и больно, а вместе не получается. Это зависимость. Вот так. Диана, обращайтесь, будем рады помочь. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи!